Всем привет! Сегодня мы приехали в Витязево. Сегодня понедельник. Какое число? Это Паралия, это главная улица Витязева. Витязево — это поселок, который возле Анапы. Вот на этой улице, вот справа, мы жили. Здесь, пошлите, деньги. У нас переполняют эмоции, потому что мы здесь не были 5 лет. Это самое первое море, которое... Там водика только была. Да. Ты хорошо помнишь здесь Паралию? Ага. Поля, помню, фоткалась тут возле каждого льва. Арбуз — это в Анапе. Арбуз не здесь. А ты с мороженкой стоишь тоже в Анапе. С Тимой. Тима, пошли, пошли, пошли. Пошли. Такая мостовая здесь аж блестит. Идти. А, вот там, кстати, дельфинарий, вот за этими домами, улицей. Да. Какое? А что такого? Вот здесь на лавочке я сижу, у меня есть фотография такая. Пойдем, пойдем. А народу, посмотрите, сколько. Мы в Витязе. Распродажа, тельняшек. Белоснежный песок. Сколько людей. Вот они, барханы. Вот это первое мое море. Я приехали мы сюда. Первое мое впечатление, и я влюбилась. И я все эти годы скучала по этому песку, по морю. Здесь, конечно, сейчас народу много, но вот на пляже Тортуга, если ехать дальше, там вообще никого не было. Ой, смотрите, как здесь офигенно. О, Господи, сбылась моя мечта. 5 лет прошло, и мы приехали сюда. Сейчас, сейчас. Да и как ты залез туда? Вы в какой? В этой? В правой? В этой вот. Ладно. Здесь Москва-Лина. Так. Это кто? Вот. Все, я вылазу. Вот так вот я ее замуровала. Давай, выходи. Песочная мадам. Полин, не, Алис, не надо ее. Сказала. Сегодня какое? 14 сентября? 14 сентября, понедельник. Как видите, народу очень много. Я не знаю, как тут было в Витязево, в Анапе. Но сейчас тоже очень много людей. В воде, кстати, присутствует водоросль мелкая. Смотрите, и вот немножко очень мелко. Блин, у нас осипшая проорала. Тима, Алиса, песок офигенский. И все еще мелко. Витязево, любимая. Вот это для меня пляж, море. Барханы.
Пробуем забраться. Ой, песок такой горячий. А, горячо здесь. Здесь очень горячо. Море. Барханы. Димка. Песок такой классный вообще. Здесь просто офигенский песок. Смотрите, какой он классный. Так, горячий-горячий. Видите, ноги обжигают. Офигенно здесь. Здесь точно осенью не пахнет. Мы, кстати, первый раз, когда ездили на море. Надо спуститься. Тим, пойдем. Ой, горячий какой песок, горячий. Здесь такая же была жара. Но только было 1 сентября по 5. Мы всего 5 дней были на море. Тим, пойдем к девчонкам. Девчонки там купаются, загорают. Трактор мусор возит. А стрекоз сколько? Еще раз напомню, мы в Витязево. Витязь — это первое море, которое я увидела, на котором побывала. Это было 5 лет назад. Мы приехали на поезде всей семьей. Ну, без собаки, у нас еще не было собаки. Приехали сюда. Только на 5 дней. А 6-й день мы утром искупались, и у нас был поезд, уже надо было ехать. Сегодня мы приехали из Краснодара, поставили машину там на начале параллели. Параллели — это улица прогулочная в Витязево. И все эти годы мне снилось именно Витязево. Я все вспоминала, какой здесь песок, вот эти барханы. Пляж, мелкий пляж для детей просто самый комфортный. А там Анапа. Мы планируем сейчас накупаться и поехать в Анапу. Там красивая набережная большая. Тоже 5 лет на ней не были. Погуляем. 3 года назад вот мы или 2 были в Новороссийске. Несколько раз. Но, к сожалению, вот ракушечки. Но, к сожалению, так в Анапу и не съездили. Вот хотим сегодня погулять. Смотрите, какое море. Море просто сказочное. Витязево, мне кажется, это самое классное море, самые чистые пески. Вот еще ракушки. Ракушечки. Я не буду их собирать. У нас всех ракушек дома. Кстати, отсюда, с Витязева. Еще в прошлый раз привезли. А вон эти мумба-юмба ходят. Сейчас найдем девчонок. Где наши девчонки? Вон. Ой! Купаются. Тима, он уже побежал к воде. Смотрите, сколько людей. Вон мои 2 крошки в голубых купальниках. Все. Молодцы. Ну-ка, что вы там наделали? Миньон? А здесь прохладная зона. Ой, как холодно там. А я там залазила навсегда. Ой, какая ты осипшая. Делать? Алиса. 5 лет спустя она опять на Витязево. А я вообще по-другому смотрела. А пирс закрыт. Туда нельзя подходить. А мы тогда гуляли. Надо песок набирать, не надо. Ты высох, все. Тима, песок. Песок, полная морда песка. Ну ты что падаешь-то? Точно.
голову. Классно. Нравится тебе Витязева? Ой, ножки как классно закапывать. А? Стрекоза. Что вы там еще кракушек набрали? Мама, это площадка на платье, да? Не знаю. Да какая тебе площадка? Иди давай шляпу одень. Где шляпа? О! Ногами бьешься. Тоже делает. Сидит и не будет. А? Булочки проходят. Она такая. Булочки хочешь? Ну, пойдем по нет. Надо ехать туда. Оля, Тима в шляпе. Алиса, тебе нравится на песочке? Чанга. Давайте, приходите к нам, и мы поедем кататься, улыбаться. Алиса, вон пошла купаться. А где Полина? Попробуй колесо сделать. О, Полина прибежала. Группа в голубых купальниках. Фу! Больно? Мы скоро уже будем отсюда уезжать. Поедем в Анапу, вон туда. Полина, сдерешь кожу. Смотрите, сколько людей. Мои. Четырнадцатое сентября. Как считаете, это много или мало людей? По-моему, это очень много. Мы были... поплавай. Сейчас уж поедем. Алис, не кидайся.
со мной? Тим, ну не надо!